بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع التوفيق والسداد عن أحكام تختص بالمؤمنات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. С дозволения Аллаха и с его помощью в этом собрании поговорим с вами о том, что касается верующих женщин. أولا نتكلم عن حقوق لابد تؤديها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. В первую очередь поговорим о тех обязанностях или о тех правах, которыми обязана мусульманка перед своим Господом. لابد أن تقدم حق الله سبحانه وتعالى على كل حق. Нельзя ставить чьи-либо права перед правами Аллаха Субхану ва Тааля. بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. А именно, то есть должна поклоняться только лишь одному Аллаху, не предавая ему сотоварищ. وتعلم أنها خلقت حتى تكون عابدة لله سبحانه وتعالى. И мусульманка должна знать и понимать то, что она создана для того, чтобы быть рабом Аллаха. وأنها إذا أطاعت الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة والثمرة أنها تدخل الجنة. Если она будет подчиняться Аллаху и Его посланнику, то результатом или плодами этого подчинения будет то, что она зайдет в рай. فلا بد للمرأة المسلمة أن تتعلم. Поэтому женщина-мусульманка непременно должна обучаться, требовать знания. وإذا تعلمت لا بد أن تعمل بهذا الذي تعلمت. А после того, как она что-то узнала, она должна совершать поступки или деяния в соответствии с тем, что она узнала. ثم تدعو إلى هذا الذي تعلمت وعملت به. А после того она должна призывать к тому, что она узнала и что она делает из этих дел. ثم بعد هذا تصبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة. И также должна терпеть в обучении, терпеть в делах и терпеть в распространении этих. تقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا كل أحد. Должна стремиться к довольствию Аллаха перед чем-либо довольствием. وبهذا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها ويرضي عنها الناس. И таким образом ей будет доволен Аллах, ей будут довольны люди. توحد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده. Она должна быть единобожницей, так как Аллах приказывал быть единобожницей. تؤدي الصلوات المفروض الخمس في أوقاتها. Должна выстаивать пять молитв в свое время. ثم تؤدي الزكاة الواجبة إذا كان عليها زكاة واجبة كأن يكون لها شيء من الحلي من الذهب أو الفضة أو من المال المدخر مثلا. Также женщина, если она владеет каким-то имуществом, с которого выплачивается закат, будь это золото, серебро или деньги, которые у нее хранятся, она должна выплачивать с них закат. تصوم رمضان. Поститься вместе с Рамадан. تحج بيت الله الحرام إن استطاعت. И также совершать хадж к дому Аллаха, если у нее на это есть возможность. تأتي بالفرائض أولا ثم بعد هذا تأتي بالنوافل. В первую очередь она должна стремиться выполнять обязанности свои фарды, ваджибы, а после этого уже делать навафель, желательные деяния. يعني تصلي الصلوات المفروض الخمس. То есть она должна молиться пять обязательных молитв. وتصلي السنن الرواتب. Также должна молиться те сунны, которые связаны с этими молитвами. ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر. Два или четыре раката перед зухр намазом. Также после зухр намаза два раката. Также после магриба два раката. Также после иша два раката. Также перед утренним фаджр намазом два раката. Также должна совершать витр намаз. И самый минимальный, сколько совершается витр намаз, это один ракат. تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Также она должна приближаться к Аллаху سبحانه وتعالى теми намазами, которые пришли от Пророка صلى الله عليه وسلم. تتصدق الصدقة التي هي نافلة ليست فريضة. تأتي بالفريضة أولا ثم تكثر من الصدقات. То есть она должна выплачивать те закаты, которые ваджиб на ней, и после того, как она их выплачивает, она должна стремиться к тому, чтобы больше давать желательных صدقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أكثر أهل النار النساء وذكر الخراج من هذا الخراج من النار يكون بكثرة الصدقة.
Так как пророк, саллаллаху алейхи салям, сообщил, что большое обитателей, больше всего обитателей огня это будут женщины, и указал им на то, как избавиться от этого, это побольше давать садака. Также должна побольше поститься добровольных постов, каждый понедельник и четверг, также каждое 13, 14, 15 число по месяцам хиджрийским. بعد أن تقضي ما فاتها من رمضان. После того как она восполнит то, что упустила из Рамадана. لأن لا يمكن الإنسان يشتغل بالنافلة قبل أداء الفرائض. Потому что человек не может выполнять желательные дополнительные действия, прежде чем он не завершит обязательности свои. تطيع الله سبحانه وتعالى بأنها تأتي بالحجاب الشرعي. Также она должна подчиняться Аллаху тем, что одевает шариатский хиджаб. И также не должна, то есть, оголяться так, как оголялись во времена первой джахилии, времена первого невежества. Одевает шариатский хиджаб. Также не умощается благовониями. Также должна себя скромно вести, ходить. تخاطب وتكلم الرجال إلا لحاجة. И также не обращается, не разговаривает с мужчинами, кроме как при нужде. وإن خاطبت الرجال لا تخضع بالقول يعني لا تلين بالقول تتكلم يعني كلام المرأة الذي فيه نوع من الجد. Также если ей приходится обращаться к мужчинам, то есть она не должна смягчать свой голос, как бы кокетничая перед ним, то есть наоборот должна делать свой голос как женщина, такой серьезный голос тоже. نعم تنظر فيما يحب الله سبحانه وتعالى وتفعل هذا. Должна стремиться к тому, что любит Аллах, и делать это. تؤدي الحقوق لوالديها. Также должна, то есть, как благочестие к родителям проявлять. حتى وإن كان الوالدين ليسوا بمسلمين تؤدي لهم حق الأبوة. Также, если даже если родители не являются мусульманами, тем не менее должна проявлять им благосклонность. То есть подчиняться должна им в том, что не противоречит шариату. А если кто-то из родителей ей приказывает совершить то, что запрещено в шариате Аллаха, то нету подчинения Создателю в грехе перед Создателем. Также должна связывать родственные связи со своими близкими родственниками и быть с ними как бы в хороших отношениях. وكذلك تؤدي الحقوق التي عليها لزوجها. Также должна вернуть те права, которыми она обязана перед своим мужем. من الطاعة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف. Подчиняясь ему в благом и в хорошей семейной жизнью жить с ним. وأداء الحقوق التي عليها. То есть должна вернуть ему его права. وكذلك تحسن تربية الأولاد. Также хорошо должна воспитывать своих детей. لأنها هي مسؤولة عن هذا أي تربية الأولاد. Потому что это ответственность на ней, то есть воспитание детей это ее ответственность перед Аллахом. وتعلم أنها يعني قد يكون هذا الفعل سبب لدخولها الجنة. И возможно это будет причиной тому, что она зайдет в рай. لأنها إذا وحدت الله سبحانه وتعالى. Потому что если она будет единобожницей. وأطاعت زوجها. Подчиняясь своему мужу. وأدت ما عليها من فرائض. И будет выполнять то, что не возложено шариатом из обязательств. دخلت الجنة. Она зайдет в рай. أيضا تتكلم بحسن الخلق وتتأدب بالآداب الإسلامية. Также в своих речах, обращениях она должна быть. То есть как воспитана шариатским воспитанием. لأن حسن الخلق لا يقدر عليه كل أحد. السب والشتم يقدر عليه كل أحد، لكن حسن الخلق لا يقدر عليه إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. Также, то есть она должна стремиться, то есть быть всегда, то есть говорить только хорошее, призывать только хорошему, потому что быть описанным хорошим нравами это дано не каждому. Ругаться и быть дурным может быть каждый, а хорошим быть только может тот, кому облегчит это Аллах. Алгиба, аннамима, ذكر تذكر بعض النساء فلانة قصيرة فلانة طويلة فلانة بها كذا فلانة يعني من هذه الأمور الغيبة والنميمة من الكبائر. Также сплетничать и говорить за спиной.
среди женщин бывает, что они говорят, такая низкая, такая высокая, такая осуждает ее, обсуждает ее. نعم فتحرص أن إذا اجتمعت مع النساء لا تتكلم في أحد. И должна стремиться, если в собраниях женщин, где она приходит, те собрания собрали женщины, не обсуждать людей. وأن تكلم النساء في أحد تغير الموضوع أو تنصرف. А если, говорит, она находит, что женщина обсуждает кого-то, то она должна попытаться поменять тему, если же это не получается, должна уйти с этого собрания. تحسن الظن في أخواتها. Также должна хорошо думать о своих сестрах. وتتهم دائما نفسها بأنها مقصرة. И должна постоянно ощущать то, что она, в ней есть недостатки, упущения. تصنع لها برنامج يومي للعبادة ولصلة الأرحام وقراءة القرآن. То есть женщина должна себе составить ежедневную программу, в которой есть место для поклонения, для чтения Корана, для связывания родственных уз и тому подобное. То есть каждому обладателю права женщина должна вернуть его право. Не должна упускать намазы до окончания времени. Должна стремиться совершать намаз в начале времени. إذا دخل وقت الصلاة أذن المؤذن للصلاة واستطاعت أنها تصلي ركعة واحدة الوقت كان فيه متسع أن تصلي ركعة واحدة ثم نزل عليها الدم لابد أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت وقت الصلاة نزل الدم وقت الصلاة بين وقت الأذان وقت نزول الدم يعني تقريبا مقدار دقيقة ما تصلي فيه ركعة تقريبا أو نصف دقيقة مثلا نعم То есть, если случается, что ну, в те дни, когда у женщины происходят месячные, если месячные произошли после того, как был дан азан, и она смогла бы за этот промежуток времени прочитать один ракат, то она должна восстановить этот намаз после того, как у нее закончится месячный. Да, فهي تقضي الصلوات التي استطاعت أن تؤديها. أما الصلاة التي يعني جاء وقت الصلاة وهي في الحيض فلا قضاء لهذه الصلوات. Те намазы, которые женщина упускает по причине месячных, то она их не восстанавливает. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Она восстанавливает пост, но не восстанавливает молитву. وتمتنع الحائض عن الصلاة. То есть женщина, у которой месячные, она должна воздержаться от молитвы. والصيام. От поста. ولا تمتنع عن قراءة القرآن. تقرأ القرآن حتى وهي حائض. Но не должна оставлять чтение Корана даже во время месячных. نعم, فتراجع دائما القرآن. Постоянно должна повторять Коран. يكون لها ورد يومي من القرآن. То есть должна быть определенная программа, которую должна прочитывать каждый день. حافظ على أذكار الصباح والمساء. То есть также должна совершать утренние и вечерние поминания. كذلك تقرأ على أولادها ترقيهم. Также должна читать рухья своим детям, то есть заклинания на своих детей шариатские. تعرف أنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان يعني الشيطان مجرد أن المرأة تخرج من بيتها الشيطان يبدأ ويلبس عليها بأن تتبرج وتتكلم مع الرجال وتتعطر وما إلى ذلك. И также должна женщина понимать, что как только она выходит из дома, ей шайтан начинает научать, чтобы она сняла хиджаб или начала разговаривать с мужчинами или же умощала себя благовониями. نعم الأصل في المرأة أنها جوهرة مصونة صانها الإسلام يعني محفوظة ثمينة الجواهر الثمينة لا يراها كل أحد نعم. То есть также женщина должна понимать, что она как бриллиант, да, который сохранил такой редкий бриллиант, который сохранил ее, то есть она должна понимать, что женщина это редкий бриллиант, который сохраняет ее, если она будет мусульманкой. ولابد أن تفتخر بهذا. تفتخر بأنها مسلمة وأن الإسلام أعطى للمرأة جميع الحقوق التي لها ولا يوجد في أي قانون من هذه القوانين مثل ما في الإسلام من تكريم للمرأة وحفظ للحقوق. فالله سبحانه وتعالى حفظ لها
كل ما تحتاج إليه. Также женщина мусульманка должна как бы гордиться или радоваться тому, что она мусульманка и должна знать, что шариат вернул все права ей, то есть как женщине все, что и почтил ее, потому что так нет ни в каком законе, ни в каком государстве, ни в какой религии такого почтения женщине, которое есть ей в исламе. И она должна радоваться этому, гордиться этим. И она должна понимать, что мы тот народ, который Аллах возвысил по причине ислама. А если мы попытаемся возвеличиться чем-либо другим, кроме ислама, тогда у нас Аллах унизит. Также должна стремиться, чтобы ее окружение, ее подружки были праведными, которые будут помогать в поклонении Аллаху. Потому что друг, он тот, кто ведет либо к добру, либо ведет тебя к дурным поступкам. فَإِذَا كَانَ لَهَا صُحْبَ صَالِحَةً تُعِينَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَلْزَمْ هَذِهِ الصُّحْبَ الصَّالِحَةَ وَإِلَّا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Также говорит, если говорит, эта дружба с другими девушками ведет тебя к добру и благу, тогда надо дружить с такими. А если эта дружба ведет тебя к грехам и оставлению обязательств, тогда надо оставлять такую дружбу. Как сказал Пророк, верующая дружит только с верующей. Также она должна поступать благонравно со своими соседями, даже если они причиняют какой-то вред. Дарить им подарки. То есть, если она готовит какую-то еду, как бульон, например, она должна его приготовить немного больше, чтобы угостить своих соседей. شيئاً منها عارية كأن يأخذ منها قدر مثلاً يستعيروه حتى يطبخوا فيه ثم يعيدوا إليها. То есть также она, то есть не должна отказывать им в том, что они ее просят из каких-то, например, посуд, например, соседи просят какую-то посуду, то есть она не должна отказывать этому.